Всем привет! С вами Настя и Серафима. И сегодня мы будем печь рождественское печенье в подарок нашим бабушке и дедушке. И для этого нам понадобится... Мы уже просеяли муку, ванилин, разрыхлитель и корицу. Нам понадобится мед, 2 яйца, сахар, примерно 150 грамм растопленного сливочного масла, какао для цвета и чуть-чуть цедра лимона. И сейчас мы смешаем растопленное сливочное масло с мукой. Выливай, Серафима, масло и вымешиваем до консистенции мокрого песка. Разбиваем 2 яйца. Аккуратненько, молодец. Клади вот сюда. 2-е яйцо. Высыпаем стакан сахара. И теперь мы все это сейчас будем взбивать миксером. И добавим 2 столовые ложки меда. Раз и 2. И сейчас опять это все взобьем миксером. И теперь мы соединим. Давай, Серафима, выливай наши яйца с медом и сахаром в муку. А Настя перемешивает. Так. Семечка добавляет туда аккуратно ручками цедру лимона. Не забудьте, детки, помыть руки перед тем, как готовить печеньки. Все положила, Семечка? Да. Молодец. И теперь Серафима возьмет у нас ложку какао чайную и добавит туда. Для чего мы добавляем туда какао? Чтобы был цвет. Цвет более коричневый, насыщенный. Давайте даже, наверное, 3 чайные ложки. Я думаю, достаточно. И вымешиваем. Мы тщательно вымесили тесто. Вот тут такое у нас тесто получилось. Серафим, вкусно пахнет тесто? Да. И теперь мы его уберем в пакет, в холодильник на 1 час. Да. Прошел час, и сейчас я буду раскатывать тесто. Я раскатала тесто примерно 1-2 сантиметра, и сейчас я буду вырезать формочки. Какие ты хочешь? Чтобы у тебя были печеньки. Вот так девчонки трудятся. Производство печенья. Делают подарки своими руками. Молодцы. Мы вырезали печенье. И сейчас мы отправим их в духовку на 180 градусов 10-15 минут. Наши пряники остыли. И сейчас мы будем их украшать. Вот так, что у нас получилось. Вот такая вот красота. Вот такие вот подарочки у нас получились. Всем пока! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.